Так, подготавливаю рамки японского сота. У меня еще 2 года они лежали. Сейчас слышал, производитель уже не слышал, а видел на сайте. Воск наносит сразу на производстве. Вот такие рамки здесь я выпилил. Вырезаю уголки. С обоих сторон половинки. Так, уголки вырезал, сюда вставляем планочку, сверху вторую часть рамки. Вот на эти клипсы надо аккуратно защелкнуть. Где есть щели большие, ну потом просто в корпус ставлю степлером, места делаю посерединке с края. Следующий этап нанесения воска. Так, а это второй тип рамок, тоже по типу панского сота, но для магазинных рамок 145-х. Сразу здесь шли вот такие плечики. Значит, укладываешь так, два вставляешь, сверху рамку накладываешь, степлер в руки. И тут всего делов сделать 8 скобок. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Тут главное степлер, чтобы подходил. Например, вот такой вот сюда не подходит, а этот подходит. И все, вот, по-моему, проще и такие рамки. Если еще будут делать сразу с воском, вообще хорошо. Так, на магазин 8 таких рамочек встает. Так, наношу воск. На водяной бане разогрел. Опыта нет, не знаю, сколько надо. Ну, 2 раза прохожу. Ну, вот так вот. Ну, вот рутовская такая муторная работа. Вот панский сот. В этом году неудачно. Вот они две строят. Ну, не запечатали, а эти не стали строить. Вот панский сот. Вот еще одна такая рамка была в магазине, вот это вот так достроено. То есть не дотянули они ее, но работали. В других семьях там вообще не стали строить его. Вот такой результат панского сота. С краю не отстроили, здесь вот стали печатать. Здесь вот трутневой ячейкой обычно застраивают. Здесь такая же история. Я ни одного кусочка, в принципе, еще товарный вид не получил. Но сейчас производитель уже делает сразу с воском. Наверное, они как-то лучше. Но я слышал, что лучше строят матки, там, карники. Всеми с матками карники F1. То есть поместные пчелы хуже это строят. У нас есть пчеловоды в Сибири, про это рассказывали. Так что вот такие пироги. Если это дело кому-нибудь понравилось, ставьте лайки. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. Всем удачи, будьте здоровы, пока.